Здравствуйте, меня зовут Анна Бардышева, и сегодня мы отвечаем на вопрос Алины по поводу ножниц для азиатского стиля. Речь шла о корейском стиле. Корейский стиль – это всегда, ребята, очень-очень короткая форма. Что шицу, что мальтийская баллонка, что пудель. И кроме прямых ножниц, нам однозначно понадобятся еще и филировочные ножницы, и, конечно, изогнутые. А если мы берем изогнутые ножницы, то для такой маленькой формы подойдут максимальный изгиб. Поэтому берите ножницы, которые максимально изогнуты, насколько это возможно. И более пологие нам не очень подходят. При выборе размера мы больше ориентируемся на 6 дюймов, потому что 6,5 уже длинноватый инструмент. Либо на 5-5,5 дюймов, вот это 5,5, это прямые ножницы, потому что, опять же, речь идет об очень короткой форме. Если филировочные ножницы в пределах 6 дюймов, и можно брать не только прямые филировочные, но и также те, которые имеют изгиб для доводки изогнутой формы. Спасибо!